Всем большой привет, мои дорогие. Мы с Маликушкой. Я ее показывать не буду. Она у меня будет сегодня оператором. Да. Мы с ней будем всякие дела сегодня делать, пока вместе. Она мне поможет. Потому что на почту надо съесть, посылки отправить. Она мне поможет. Там надо заполнить бланки на английском в Украину. Потом. А, остановимся сейчас кофе. Как всегда, мы в Starbucks что-нибудь купим, напиточки. И поедем к Виве, к моей подружке, с которой мы вместе работаем. Я не знаю, если я вам говорила, она еще иногда... Не то, что иногда, у нее прям бизнес свой. Она ногти делает. А салон у нее в подвальном помещении у себя. Она сказала, что я могу снимать нормально, как бы. Если что, говорит, снимай. И она так вчера написала, типа, не забывайте, если что, приезжайте ногти делать. Ну, как маленько просто поддержать, потому что... Семья большая, без зарплаты, считай, сидит. И это первый раз с Маликушкой будем у нее делать ногти. Надеюсь, нам понравится. И мы вернемся еще к ней. Я к ней еду с гостинчиком. Маликуша, я тебе не показала. Спекла торт, который я, знаете, уже несколько раз сделала. Такой карамельный с бананами. Ой, оно такое вкусненькое. И она, я помню, когда я готовила, я ей передавала гостинчик домой, семье. И она говорит, ой, им так понравилось. Думаю, так я его испеку. Ты же знаете, когда в гости идешь, охота что-то принести с собой, да? И вот, считай, это домашнее такое, выпечка домашняя. Вот мой напиток. Do you by any chance have the ones with the bigger opening? Yeah, I can get you one. Yeah, thank you. Ой, у Маликушки кофе. Да, я сейчас побольше это чтобы да? Пенка выходила, а то... Пахнет, твое, кстати, пахнет очень ароматное. Да. Да что, возьми-ка, я уберу сейчас. Thank you so much. You too. Это у меня какой-то кокос там, ананас. А какое здание, интересно. Так, я думаю, уже подъезжаем скоро до стычки. Скоро, хочу. Я хотела с пакет достать, а она, кажется, там сироп течет, этот карамелька. Вкусненький, банановый. Пахнет очень вкусно. Да? Даже я чувствую. No, 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 it's good, you have good legs. Yes. Okay. Oh, like, thank you. Lily, be careful, it's like drinking. Oh, okay. Like, yeah, caramel. Oh, thank you. Jammy. Malikusha, look at me, my daughter. So Malika will make a... I'll be her camera woman. Oh my God, look at your studio. Mm-hmm. Oh my God, that's so cool. This is gel polish, and that one is regular so polish. So what you have, like, what's this? This is this color. In gel. Gel. Regular, okay. Have the same, because this is Colombian. Colombian. Nail polish, Colombian nail polish, yes. She said next time she will come with me. Oh, okay. Yeah. Maybe even with her daughter, too. No, but she's moving. No, but like before they move. No? I don't know. Yeah, maybe. Yeah. Mm-hmm. Perfectly same. Okay. I feel like this two is different, Vivi. Look, this one is bigger. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. This is a special for them. Uh-huh. Okay. Uh-huh. You want round, like, square? I want like exactly like yours. Okay, perfect. Mm-hmm. Смотрите, как собакам и кошкам режут, ногти стригут. О-о-о! Найс. Цвет красный такой, ух. Яркий. Угу. Мне кажется, на лет хорошо. Да, Видыч? Ух, красиво. Угу. Так, вот, девочки, смотрите, вот страница у Виви. Угу. Тут вот у нее ногти, какие она делала. Она еще ресницы делает, но я не советую ресницы, потому что у нее еще мало опыта. А ногти вот хорошо делает. Красиво. Ага, в Манчестере она находится. Again, maybe? Yes, move. Yes. Uh-huh. Маликушка хочет, чтобы у нее как маленькие ромашки были. Ой, так красиво, дочь, нежненько. Да. Ага, класс. Очень красиво. Сейчас Виви будет делать фотографию для Инстаграм. Сейчас я вам покажу, как она это делает.
О, смотрите, бурундучок. Here's here. Hey, Chippy, come over here. Hey, вот, hey. Вот, ты куда? Hey, buddy, over here, come on. Такой хороший, ручной такой. Did you close? Oh, you didn't lag. Так. Так быстро кушает. Ой, ты куда делся? Ой, ты, господи. Ты что-то на этой стороне начал теперь ходить. О, редисочку я ему кинула, не ходит. Все, домой проскакала. Ногти показ не буду, потому что я держу платье. Это, что хочу сказать. Приехали. Быстренько Малика меня привезла домой. Мы сейчас едем к Джесси. Будем день рождения праздновать. У них день рождения было, а у него и у его подружки. Они в это время в Турцию ездили, отдыхали и куда-то еще в Европу. И сейчас мы поздравим их. И они попросили домашнюю еду. Я приготовила бифстроганов с такими макаронами, яичные макароны толстенькие. Но это они будут кушать. А я буду есть перловку, себе сварила. И такую подливку сделала, как Виви, подружка моя, готовила. Помните, фасоль такая, это с овощами, вкусненькая, я себе приготовила. Будем разную еду, будем есть салатик приготовила тоже. Потом маленькие киши, такие, как пирожки маленькие. Ну, может, я покажу, что на стол выставим. Сейчас забежим в магазин, тортик нам надо купить. Я сейчас вам покажу, что мы выберем. Ага, чили. Вот такие цветочки. О, oh, this one? Yeah. Oh. Ага, смотрите, какие тортики у нас. Вот я сейчас быстренько... Я. Очень вкусно. О, do you want to try maybe this one, Jeff? Chocolate, no? Окей. На мои день рождения мы такой покупали. Вкусненький такой был. What? Do we need candles? Nah. No. This. Okay. Because right. It's two birthdays. Yeah, okay, alright. Обойдутся без свечек. Ой. Просто всегда такое движение, ужасные пробки. Новые машины. In 300 feet, use either lane to turn left on Congress Street. Эх, машина закрыла. Там какой-то мужчина, не то пьяный. Just make sure he doesn't see. Ой, what he's gonna do? Come over to the car and start punching the window or something. Mm-hmm.